Всех рад приветствовать и добро пожаловать в очередное видео с обзором хавки и напитков. И сегодня, как вы уже поняли по названию превьюшки, у нас на обзоре две вещи. А именно, чипсики читос со вкусом сыра чеддер в виде шариков и пепси со вкусом мяты. Интересно? Погнали пробовать. Начнем с солененького. И чипсы читос я люблю с детства, да. Они очень вкусные, пусть и не настоящие, ну, имеется в виду вот эти вот пухлые версии у нас. Настоящий это Crunch Cheetos, который в России появился только в 2020 году официально. Но долгое время висело только три вкуса у наших производителей в пышной форме. Это сметана и зелень, кетчуп и сыр. Пропал пицца, мой самый любимый, пропал ветчина с сыром. И теперь вводят вот это. Это, по сути, тоже сыр, но в виде шариков. Вот. И я думаю, долго затягивать не будем. Вот. Новинка. Не вру, что это новинка. Давайте попробуем, что это такое. Пахнет он сыром. Неудивительно, но какой-то такой, знаете, прям вот как российский сыр, знаете. Блин, ну, наверное, потому что он в России сделан, может, туда и добавить. Хотя настоящего сыра здесь, скорее всего, нет. Ой, выглядит он вот таким вот образом. Шарики. Ну, я думаю, стоит попробовать. Ну... Вот если честно, если есть по одной штуке, то вкус пропадает очень быстро. Они прям малепусенькие и не ядреные, как пугу эти палочки. Вот если взять несколько штук сразу, например, штучки 4, 3. Ну да, сейчас получше. Ну, все потому, что я взял несколько штук. Ну, в принципе, съедобно, но я бы не сказал, что прям... О, потому что, ну, не хватает вот вкуса сырного, как вот в палочках. Особенно большие, знаете, вот когда палочки. Прям, они, конечно, к зубам прилипают. Это минус вот таких вот чипсов кукурузных, но... Они вкусненькие, кушать можно, вот. Не отравитесь. Правда, много не кушать, если у вас особенно с желудком проблемки, там, гастрит и тому подобное. Ну, короче, читос нормальный. Очень хочется, кстати, попробовать оригинальный. Я еще до сих пор его ни разу не видел, вот, поэтому для меня это очень интересно. Ну и... Закрепим вкусненькие чипсики, наверное, вкусной газировочкой под названием Pepsi со вкусом дикая мята. У нас здесь два персонажа, Сергей Жуков и Клава Кока. Ну, давайте попробуем, что они нам тут преподнесли. О, обожаю Pepsi, очень мне нравится. Я все время в детстве вот думал, вот неужели Pepsi и Cola... Это разные напитки. Но они прям, они же одинаковые были. И чем старше я становился, тем четче я различал вкус. Вот Пепси от колы. Вот. И, честно говоря, Пепси мне нравится больше. А вы обязательно напишите в комментариях, если вы пьете Пепси или колу, что вам нравится из этого больше. Что вы предпочитаете больше, колу или Пепси. Ну а мы попробуем дикую мяту. Я ее налью в специальный стаканчик, потому что... О. Дикая мята, сразу видно. Итак, цвет у нее обыкновенный. Запах обычной пепси. Со вкусом мятной жвачки. Давайте попробуем. Ну,
ощутимо так, как будто, знаете, вот я, чтобы освежить дыхание, пожевал мятную жвачку Орбит или Дирол какой-нибудь. И пожевав ее, там, не знаю, выплюнул и попил по обычной Пепси. Вот такое ощущение. То есть, по сути, как будто обычная Пепси, но у меня во рту была жвачка. Они это объединили и решили сделать целый напиток. Я думаю, это освежающе. Ну, по крайней мере, после вкуса остается прям хороший. Как будто я реально пожевал жвачелу. Вот такие продукты выпускают у нас Читос и Пепси. Да не знаю даже, что сказать. Ну, обычная Пепси какая-то прям... Не, она не такая вкусная, как оригинальная, конечно. Из Пепси мне вообще нравится только три. Это вишневая, это малиновая, кстати, но ее, видимо, сняли с продажи. Я просто нигде ее больше найти не могу. И обычно все. Без сахара я вообще не пью, потому что я теперь без сахара вообще напитки пить не буду, потому что это... Ну, знаете, конечно, без сахара это хорошо во многом. Типа, целую бутыль выпил и без сахара, ничего страшного, калорий не набрал. Но, учитывая, что там подсластители, заменители сахара, и у них остается во рту приторный привкус, и это отталкивает. И конечным для меня, конечным продуктом в мире без сахарных напитков стал Power Thor серого цвета, потому что он без сахара. Я это больше пить такие напитки не буду. Coca-Cola Zero и Pepsi Zero по сути такие же. То есть, ну, по крайней мере, Pepsi Light. Она вообще отстойна. А вот Pepsi Max, которая, по идее, тоже без калорий, то есть она тоже без сахара, но она вроде ничего, я ее пил с удовольствием. В общем, вот это покупать можно, пробовать. Я думаю, стоит попробовать. Ну, по крайней мере, чипсоны заценить, да. Но вам стоит. А вот это, ну, пожуйте жвачку и выпейте обычную Pepsi. У вас будет как минимум два продукта. А так, одна бутылочка. А на этом все. Спасибо большое за просмотр. Оценивайте ролик, пишите комментарии. Увидимся в новых видео. Всем пока.